Доброта и любовь к ближнему проявляются разными способами. Кто-то жертвует деньги на благотворительность, кто-то помогает бездомным животным, отдает вещи нуждающимся, а другие становятся донорами. И благодаря их участию в этом важном деле ежедневно врачи спасают сотни жизней. О том, как волонтеры становятся частью глобального движения доноров, объединяющего весь мир, расскажут мои коллеги. Отдать собственную кровь ради тех, кому она жизненно необходима – это значимый поступок. И каждый может вложить частичку себя в общее большое дело. Когда к нам доноры приходят сдавать донорскую кровь, они первым делом заполняют анкету, то есть отвечают на все вопросы. После того, как заполнили анкету, они подходят к медрегистратору, где они проходят регистрацию. После они идут к лаборанту, там проходят экспресс-анализы. То есть у донора берут с пальца кровь, определяют группу крови, резус-фактор, гемоглобин и печеночную пробу, АЛТ-фермент. После сдачи анализов донор идет к терапевту. Там все конфиденциально. Терапевт проводит опрос у донора и по анкетированию и по заключению анализов делает допуск донору на донацию крови или отстраняет по каким-либо иным причинам. Для тех, кто по каким-то причинам сомневается, стать ли ему донором, специалисты Центра крови предоставляют всю необходимую информацию, отвечают на вопросы. И сегодня на день донора, который проходит в Усть-Каменогорске, собралось множество желающих. Эта акция, она проявляет у молодежи чувство ответственности, чувство благотворительности. Первый момент. Второй момент. Вообще донорация, оно и плюс к самому здоровью донора. То есть это обновление организма, да, это сдача анализов, соответственно. То есть есть свои плюсы в этом, да. Плюс еще к тому, что наши доноры сдают кровь, они получают справку. 2 дня выходных, то есть освобождение от занятий, да, и, соответственно, получать 1000 тенге на обед. Действительно, акция традиционно привлекает внимание множества неравнодушных людей. Только в прошлом году около 100 студентов стали донорами крови. Среди них Дильнас. Будучи активисткой, девушка принимает активное участие во всех мероприятиях, а также мотивирует своих одногруппников следовать ее позитивному примеру. Хотелось бы сказать, что наш университет очень активно пропагандирует сдачу крови. 2 раза в год к нам приезжает центр сбора крови, и студенты активно приходят все вместе и сдают кровь. И это пропагандируется у нас, и я считаю, что это прекрасно, так как мы всегда готовы помочь нуждающимся в крови. Участие в общем благом деле оказались не только студенты, но и сами сотрудники учебного учреждения. Можно сказать, что хороший пример для учеников был подан на 5 с плюсом. Дважды в год в нашем университете проводится такая акция. Мы всегда тесно сотрудничаем с Центром крови в этом направлении. В этом году я сам решил принять участие в мероприятии и сдал кровь. Действительно, активно вовлечены в это не только студенты, но и мы, преподавательский состав. В твоих руках спасение жизни. Доноры с удовольствием позировали для фото с подобными надписями. Яркие таблички передавались из рук в руки теми, кто решился на благородный поступок. И чья кровь в самом деле скоро может оказаться чьим-то шансом на жизнь. Карина Мурадова, Максат Нигметов, Алтай Акпарат.